Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлива. Область заняла 25-е место в рейтинге фонда ЖКХ. Об этом в своем докладе рассказал глава департамента строительства и архитектуры Вадим Перминов. Чиновник пояснил, что не самая высокая позиция связана с излишней самоуверенностью муниципальных образований. Данное место обусловлено тем, что при формировании графика реализации заявки 2014 года некоторые муниципальные образования взяли на себя завышенные обязательства по срокам мероприятий. Но при этом сроки, установленные федеральным законом, не нарушаются. В прошлом году по заявке 2013 года переселили 1307 человек. Еще 63 переселяются в судебном порядке. Для этих граждан было построено или приобретено 558 квартир, сообщил Перминов. На эти цели потратили 534 миллиона рублей, из них 154 выделил областной бюджет. В рамках заявки этого года переселили 331 человека, это 20% от запланированного. Всего в новое жилье переедут 1680 человек. Дайджест недвижимости. ЧУС оспорит решение налоговой. В декабре прошлого года арбитражный суд рассматривал дело Кирово-Чепецкого управления строительства и инспекции Федеральной налоговой службы. По мнению ведомства, строительная организация не уплатила налог на прибыль в 103 миллиона рублей за 2012 год. Тогда суд встал на сторону налогового органа, а в конце января областное следственное управление возбудило в отношении руководителя строительной компании уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном районе». Размере. По данным «Бизнес-новостей», второй арбитражный апелляционный суд принял жалобу к ЧУС и назначил рассмотрение дела на 30 марта. Дайджест недвижимости. Теперь к ценам на недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра в январе на рынке недвижимости Кирова достигла 48,5 тысяч рублей. Это незначительно, всего на процент меньше, чем в позапрошлом месяце. К уровню же прошлого года цена выросла почти на 4,5%. Такие данные приводит портал Росриэлт. Аренда однокомнатных квартир за год подешевела почти на 14%. В январе квартира съемщикам она обходилась в 10 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлива. Дайджест недвижимости.